Мы познакомились с Екатериной на первой репетиции. Тогда участницы еще не представляли, каким будет их выступление. Сейчас конкурсантку отделяет от выхода на сцену всего несколько недель. Уже готовы образы, отрепетированы речи, а наша вторая встреча не случайно состоялась у Конаковского льда. Катя не только красавица, но и успешная спортсменка. Несколько лет я занималась фигурным катанием. Я человек очень увлекательный, и мне нравится этот вид спорта. Еще я также захотела познать азы легкой атлетики. На данный момент я занимаюсь не только фигурным катанием, но и бегаю. В арсенале Кати многочисленные медали, грамоты и кубки. Ее с уверенностью можно назвать трудолюбивым и целеустремленным человеком. Всего за несколько месяцев имя Екатерины Захарьян стало известно не только в Конаково, но и в Москве. Сама Катя отмечает, что к себе она очень требовательна. Это одно из важных качеств для девушки, особенно для спортсменки. Но помогает ей такое отношение к себе и в учебе. Я учусь отлично. Золотые медали хочу получать не только в спорте, но и в школе. Катя учится в 11 классе 7 школы и твердо решила, чем будет заниматься дальше. Уже в следующем году она соберет все свои знания в кулак и попробует стать студенткой финансового университета. Ну а пока ее ближайшая вершина – конкурс «Мисс Конаково». И Екатерина планирует ее с блеском покорить.